как-то раз, когда я выиграл в мяч, один алапский юнец затеял со мной ссору, мы взялись за могилы, и снова я одолел, но из-за этого мне пришлось уехать. На фабрике служат по меньшей мере 400 или 500 женщин. Это они крутят сигары в большой сигарной палате, куда мужчин не допускают без разрешения. Потому что когда жарко, женщины ходят там налегке. В особенности молодые. Когда работницы возвращаются обратно на фабрику с обеда, то множество молодых людей толпится у них на пути и городят им всякую всячину. Часто приглашают в дома, и они там пляшут ромалис. Это их танец, и нередко многое другое. Oh,
поймают, тебя ждет расстрел. Слышишь меня? Ждет in beauty like the night. Now. Отец мой,